Друзья, сегодня пятница 13-е, ну на самом деле, я не знаю, когда вы этот ролик смотрите, не суть. В моей официальной группе ВКонтакте проходит конкурс на игру пятница 13-е, да-да-да, который вы сейчас будете смотреть. Чтобы получить эту игрушку, вам нужно подписаться на вот эту вот группу и сделать репост вот этой вот записи. И случайным образом 20 июля будет выбран победитель. Ссылочка на эту группу находится в описании, чекай, все там вот внизу находится. Все, всем приятного просмотра. Друзья, всем здорово, с вами Куза. И сегодня мы будем играть в день пятницы 13-ю в игрушку пятница 13-ю. В принципе, как и обещал. Но правда, вы не набрали 3000 лайков. Но да ладно, все-таки пятница 13-я, надо снять пятницу 13-ю. Ну теперь наберите, пожалуйста, 2000 лайков. И тогда, ну, мы будем в расчете, и я побыстрее выпущу следующую серию, вот. Хотел, конечно, с ребятами, с друзьями записать, с Квантумом, со всей его компанией. Но они еще вчера это записали. А вчера я был на сходке. Кстати, кто был на сходке, всем еще раз привет. И напишите не здесь хэштег, который я вам сказал при встрече. Напишите, когда я выпущу влог со сходки. Да, ребят, будет влог со сходки, вы все увидите, офигенный влог получится. В общем, сегодня я хочу пройти, опять же, лампово следующую миссию, потому что они вам очень сильно нравятся, ну и мне, потому что это что-то новое в этой игруле. Итак, для этого давайте сразу заходим. Какая частная игра, боже мой, офлайн игра, о, боже мой. Офлайн игра и задание. Так, и мы, получается, в предыдущей серии прошли с вами 5-е. И, кстати, мне на ту серию все-таки 18+, кинули. И, ну, прикольно, да? О, и в эту игрушку завезли полный русский язык. Вы посмотрите, да. Вот как раз-таки было обновление на 4 гигабайта. И все. И теперь у меня охрененный русский язык. И посмотрите, ничего нигде не мешает. И все так классно. Дровосек, зарубите топором вожатого рядом с поленницей. Непонятно пока что, но надеюсь, что там будет понятно. Убейте вожатого в воде в роли Джейсона из 8-й части. Окей, давайте сразу выберем Джейсона из 8-й части. Это вроде бы водяной как раз-таки тот Джейсон. Ну-ка, ну-ка. Да, вот он, мой любимый Джейсон. И почему у него вечно мои вот добивания убираются у всех Джейсонов? Вот это вот совсем непонятно. Когда игрушка обновляется, так сразу получай в лицо, как говорится, кузаком. Плати, чтобы пройти. Не пропускайте никого по мосту, ведущему к парковке. Угу. Убейте голубков. Голубков? Голубков. Мне так 80-летняя бабушка по алгебре говорила, когда я к ней ходил на дополнительные занятия по алгебре. Боже мой. Пока те прохлаждаются. Ну, я примерно понял. Здесь опять будет сцена, за которой мне дадут 18+, и, наверное, ее здесь стоит будет замазать. Ну, хотя, хрен знает. Мне уже пофиг как-то. Я привык. То, что мне на роликах 18+. И жареные ножки. Поджарьте чада, подвесив его за ноги над огнем. Окей, чё? Все, а вот это что, скрытая цель? А, типа, чтоб ни разу меня не спалили. Ну, вот это будет сложно. Ну, смотрите, теперь зато у нас есть хороший русский язык. Чё, все, погнали. И будет прикольно, если еще сейчас здесь субтитры будет и все такое. Но это уже просто шик и такого, но вряд ли будет в пятницу. Оу. Ну-ка. Я ни хрена не понимаю. У него такой рот смешной. На этом Кристал Лейке Джейсон был, и мы все его боимся. Да не, это все лишь шутки, здесь никого никогда не убивали. Да я тебе говорю, я читал много книг разных, там говорили про ужасного маньяка на хрустальном этом. Да заткнитесь вы, тупые, чат, пошли потрахай. Я перевел, даже не знаю, что там. Ну, типа, просто не обращайте внимания на, как будто я что-то знаю. Нифига такого подобного. Так. Что за карта? Я не знаю, где это мы, ребят. Вообще не знаю, что-то какая-то новая локация вообще. Так, и поплыли. Поплыли куда-нибудь туда поближе. Ребята, я реально не знаю, что это за карта. Смотрите. Здесь какая-то лодка. Здесь смотровая площадка, тихо, там уже идет какой-то челепиздрик. Окей. Окей, 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 окей. Так. А если он пройдет вот так вот, да? Тихо, давай его сразу убьем.
Оба! Тихо. Пойдем. Так, давай. А, да как? А почему я не мог его убить? Ну все, здрасте, приехали. Ну, теперь меня все заметили, замечательно. Да. Да. И да, мне кажется, здесь надо уже перезапустить задание, потому что... Я так понял, что меня все просто заметили. Я как-то очень сильно тупанул, надо его было как-то убить. Но мне что-то не... Ничего не было такого. Так, они уже убегают, да, все? Или да, или нет, я просто не знаю. А там еще кругляшики были, ребят. Погодите-ка. Или нет? Или мне показалось? Вроде не было. Но они уже все убегают, смотрите. Они уже здесь, да? Ну, конечно, блин. Этот садится в машину. А ты чё сел-то в машину? Какого хрена здесь вообще машина? Не понял. Юмора. Умирай давай. Ребят, я что-то вообще прям не по правилам начал это все делать, потому что какое-то задание прям слишком непонятное, как по мне сейчас. Да. Так, ну, двоих мы минусанули. Но это ничего хорошего не говорит. Они все равно еще все живы, скотины. Сколько их там осталось? А, я ни одного задания даже не выполнил. Пипец. Пипец. А реально? Реально, где вы? О! О! Как я хорошо телепортировался. Вы слышите эти звуки? Я поставлю, наверное, знаете, все-таки замазанную картинку в любом случае. Потому что 18+, но это как-то... Неправильно. Потому что у меня потом просмотров нету на ролике после того, как 18+ дают. Но здесь ничего такого нет. Она просто на нем елозила сверху, и все. Все. Все, что вам нужно знать. Ничего такого. Ну вот, хотя бы одно задание мы выполнили. Так, и теперь надо еще кого-то найти. А, вот. Смотрите. Кто-то греется возле костра, да? А кто это у нас такой? Это чат Кингстон, да. Давай тебя получше погрею, так тебе будет потеплее, так тебе будет хорошо. Ну что ты так кричишь, все хорошо. Это день пятницы 13-й. Восхваляй себя в лучшем мире. Чат Кингстон. Вроде тебя, так тебя зовут. Так, ну, я два задания сделал. Да. А кто еще жив-то? Кто еще жив-то, а? Скажите мне, пожалуйста. Вот. Вот кто там жив. Ну, теперь ты тоже не будешь жива, слушай. Дамочка моя любимая. Давай на троечку тебя. Вот так, оба. Ну, блин. Но я не выполнил задание на 3 черепа. Нифига не на 3 черепа. Надо было как-то... Я не знаю, что делать. I don't know. Так, ну смотрите. Успех, неудача, успех. Да. Вот то, что меня спалили, вот одно вот мы не сделали. Надо сейчас сделать как-то все беспалено. Ладно, сейчас постараюсь. Такс. Снова мы заспамились где-то на своем долбанном острове. Должны сейчас переплыть. Я, честно, вообще не знаю, что нужно сначала делать. Вообще не шарю. Так, он меня сейчас заметит. Лучше не надо сейчас суваться никуда. Я хочу... Его убить, вот где он рубит дрова, получается, да? Я надеюсь, что у меня это получится сделать. Ну, потому что там написано задание убить в поленнице. Ну, то есть это оно и есть вроде, да? Ну, окей, давайте сейчас подлетаем к нему на этой способности и убиваем его, когда он начинает рубить, да? Тихо. Вот он берет дрова. Я его сам беру. И убиваю с помощью топора. Ну, давай! Ну смотрите, ну что это такое вот? Я не понимаю, почему я его не могу убить? Я просто не понимаю. Я просто этого не понимаю. Охренеть. Ну все, заново. Да, ее можно включить. Уплыть сюда вот, вот так вот, да? Сейчас сюда придет этот дебилка. И, наверное, он пойдет к лодке, да? И потом мы уже решим, что нужно сделать. Я не знаю, может это его как-то отвлечет? Я просто вообще без понейшн. Так, а кто там еще у нас? Здесь у нас получается... вот этот человек. Вот это тело. Я не знаю, что с ним надо делать.
Наверное, его просто убить надо. Либо надо его... Блин. Я не знаю, что нужно делать. Этот сыт, смотрите. Может, его утопить как-то можно, не? Ну, давайте постараемся. Так, окей. Давай, иди ты быстрее. Пока этот писает. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Вот так вот. О, смотрите, как мы его сейчас хорошо утопим. Давай, до свидания. Оу, я впервые-то кого-то утопил, что прям под воду ушел. Вы посмотрите, какой гениальный человек. Опа-на. Так, я под водой. Хорошо. Так. Там какие у нас дела продвигаются? Никаких. Никого нет. Но туда идет опять этот дровосек. Красный. А, Эрик. Эрик. Давай. Я успею. Пожалуйста, успею. Да. Да, вот он, секрет добивания. Здравствуй, Эрик. О, да. Рубись в лунном свете этой луны. Я самый коварный, я самый огромный, я самый Биг Джейсон. Так. Так, и тебя мы сейчас поджарим, хорошо. Я надеюсь, я не спугну тех, кто сейчас в этой фигне. Как она называется? В палатке делаю дела. Давай быстрее жарься. Быстрее. У меня аж 20 FPS в этой игре. Ё-моё. Мне надо реально здесь все успевать делать. Это очень сложно. Так, теперь убиваем тех, кто в палатке. Она одна там. Так. Вы смотрите на этого челепиздрика. Так, ну-ка. Ну-ка, вот как тебя схватить-то, извини меня. Вот так вот, нормально, все. Блин, это самое сложное задание, наверное. О, я не знаю, как его выполнять реально. Вот. Тебя замочил, но все же, они очень сильно палят, они... Ходит туда-сюда, постоянно. И у нас еще до хрена жертв осталось, которых я благополучно еще не убил. Ну, блин, а где оставшиеся-то, а? Вот она. Хорошо. Но, блин, я ничего особо не сделал. Я хочу, чтобы она поплавала. Но она не плавает. А, нет, она поп... Она, да. Вот как раз-таки мы сейчас сможем в воде кого-то и убить. Потому что там мне не засчитали. А здесь мне засчитают очень даже хорошо, да. Сомнительный, во. Нормально. Но я надеюсь, что теперь-то будет 3 черепа, пожалуйста. Если будет 3 черепа, то все замечательно просто. А, нет, я еще кого-то не убил. Слушайте, они прям издеваются. А кого я не убил-то? Кого я не убил? Вы спросите, что я дурачок? Ну, я вроде... Всех убил. Не всех убил. Точно, смотрите. Здесь у нас кое-кто. Какая-то гусеница. Но, блин, но здесь нет этого добивания почему-то. Да. Плохо. Ну да, я их просто убил, но нужно вот именно с этим добиванием. Обидно, я просто не знаю... Порядок действий, кого сначала убивать, что нужно сначала делать. Потому что все это очень странно. Неудача. Точно, я этого дурака Адама убил, когда он писал. А его не надо было убивать, чтобы он пришел обратно к Тиффани. И тогда бы у нас все получилось. Ладно, сейчас все будет хорошо. Хорошо. Так, вот дрова, но они мешаются, капец. Ну, где? Где она? Где? Вот... Давай. Все сейчас быстро сделаем и все. Так, чтобы он не заметил, сюда вот встаем. И все, и ждем его. Вот он анимирован. И сейчас я постараюсь как-то вот быстро на единичку нажимать. Ну вот где она? Вот. Да, я смог это сделать, дровосек. Наконец-то, это было очень сложно. Но я это сделал, боже мой. Я это, боже мой, сделал. Все. Вот он улетел, кстати, если он улетел далеко, то Эрик ничего не заметит, и все будет хорошо. Да, вот оно как все делается. Все у нас намного проще. Так, это там писает пока что хорошо.
А где Эрик? Эрик Давыдович. Не знаю, почему Давыдович. Так, там на мосту двое. Там было написано, что через мост никто не проходил. Ну да ладно. Сейчас подойдет скоро незамечен провалина. Кто меня заметил? Кто? Скажите, кто меня заметил? Я уже просто не знаю. Так, этот возвращается в палатку. А там меня что, заметили? Вот эти вот, хотите сказать? Так, не-не-не-не-не-не. Не могли меня никто заметить. Вот где Эрик. Я все понял. Так, Эрик. Вот так вот. Чтоб ты не уехал. Чтоб ты просто не уехал. Вот так вот. Все сделаем. Так, я надеюсь, что я успею всех завалить. Но Эрика никак не получилось. Эрика просто никак. Ну да ладно. Надо все успеть сделать. Пожалуйста. Пожалуйста, быстрей. Ну блин, у меня еще не накопилась эта фигня. Что делать? Что делать, боже мой? Так, сюда вот телепортируемся, да? Куда-то сюда. Нет, не сюда. А вот сюда. Здрасте. Блин, здесь реально очень сильно потеешь вот так вот над всеми этими заданиями. Вот прется, лежит и прется. Нормально. Но теперь-то ты не попрешься. Хорошо. Довольно. Довольно. Мне вполне все нравится. Так, теперь надо завалить греющегося возле костра. Ну и вполне все нормально будет. Потом ту... Ну, в смысле, вот, все спокойно делается у нас. А то я нажимаю, оно не действует, он ну, сейчас встал уже и заниматься. Все, я все успел в последнюю секунду сделать. Потом главное еще утопить вот ту фигню. AJ вроде, да? И все будет у нас замечательно. Главное, чтобы она в реку пошла купаться. Ну, она сейчас сюда придет. Давайте за ней последим. Давайте просто за ней последим и все. Вот так вот. Хорошо. Так, а теперь, пожалуйста, иди плавай. Теперь, пожалуйста, ты просто иди плавай и все. И все будет хорошо. Я тебя прошу, иди плавать. Иди плавать. Я сказал, иди плавать. Она не пошла плавать. Ну, пожалуйста. Она сейчас уйдет так. Какого хрена она не пошла плавать? Ну все, я, по-моему, проиграл здесь. Так, все, нормально. Я не знаю, как ее убить. Вот вообще не знаю, ребят. Ну придется тогда ее сейчас просто убить. Вот так вот. Ну ладно. Что ж, была не была. Но мы опять же на 3, по-моему, кругляшка не выполним. Я не знаю, как это сделать, чтобы всех просто завалить, всех. И в воде, и там. Успех. Неудача. Успех. Но я надеюсь, что на 7-е задание открыто. Ну да пофиг, потому что ну это реально нереально, блин. Они палят каким-то образом. Хотя я не знаю, как он вообще спалил. Там даже тела не было, оно улетело в космос. Но смотрите, я все задания выполнил. Абсолютно все. Давайте проверим. Да, все, мне 7-е задание открыто. Пофиг, что был не замечен. Но смотрите, все задания у меня выполнены. Абсолютно все. Все хорошо. Все замечательно. Все, ребят, в следующей серии мы будем проходить 7-е задание. Набираем 2000 лайков и сразу же выпускается следующая серия, да. На следующий день там примерно так. Все, друзья, с вами был Кузака. Подписываемся на каналчик, ставим лайки, как я уже сказал, и оставляем свой позитивный комментарий. Всем удачи и всем до скорого.